Друзья, перед вами Илья, наш руководитель по Казани. Всем привет. Заехал к нему в Казань посмотреть, как дела. Сегодня проедемся по объектам, по законченным, по действующим. И для вас снимем прикольный ролик «День прораба». Первый объект у нас ЖК «Уникум». Заказчик уже уехал, поэтому взяли вкусняшки. Сейчас покажем вам законченную квартиру в Казани. Да? Ура. 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 Большое спасибо, надо сказать, нашему прорабу. Мы с ним здесь прям бились, все у нас получилось. Большое спасибо на самом деле нашему дизайнеру, хоть бы у нас как бы и не складывались отношения, но в итоге мы подружились, все у нас хорошо, дальше сейчас продолжаем работать. Короче, ремонт сплощает и команду, и прорабы с дизайнером, да. Еще и с заказчиками, да, друзьями посидели, становишься. Да. Посидели с заказчиками, чай попили, послушали их настоящий отзыв, без камер, без всего, и ну у меня прям... Отлегло. Очень рад. Да, посмотрите, какая красота. Это у нас спальня, посмотрите, какая шикарная. Что ты, ё-моё, ты издеваешься, что ли? Лоджия, да, лоджия у нас присоединённая, да, не присоединённая, отдельное помещение, но утеплённое, здесь рабочая зона. Потолочки натяжные, на полу кварц-винил замковой елочкой. Шикарная лоджия, коридор. Посмотрите, какой. Санузел. И еще круче. Ванна в три стеночки. Система iBox смесителя. Полочки классные. Очень практичная раковина. Из искусственного камня. Посмотрите, как она четко к плитке подходит. Смеситель iBox из стены. Здесь полочки. Электрический полотенцесушитель. Классный вентилятор. Сделан, посмотрите, под плитку. Вот здесь у нас спрятана стиральная машина. Сушилочкой. Стоит перегородка стеклянная. Посмотрите, как люк шагом открывается. Опа. И здесь вся наша разводочка. И это в Казани, друзья. Все то же самое, что и в Питере. Получилось у меня организовать, привезти питерско-московские технологии и качество в Казань. Очень я этому горд. Илья у нас специально из Питера переехал в Казань. Да, Илья? Да. Сам так получилось, родом с Волжска, и переехал обратно, да, из Питера в Казань. В Питере у нас всему научился, и теперь вот такие шикарные объекты мы делаем. По нашему, кстати, дизайн-проекту. Посмотрите, как классно. Так что, если в Казани нужны ремонты, можете смело к нам обращаться. Если хотите такую же красоту, еще и 5-летнюю гарантию, классные отношения. Друзья, в ЖК «Уникум» на второй наш объект заходим. Смотрите, как приятно. Я сейчас в Питере, не в Казани, а я тут есть. Сразу же видите, классно закрыты двери. Скотч использован, как в Питере. Сейчас сделаем обзорчик на эту квартиру. Илья, немножко сделай обзор. Так, друзья, смотрите, здесь 70 квадратов. Здесь у нас прекрасные заказчики Арина и Рашат. Что здесь у нас сделано? Здесь у нас, по сути, сделано уже почти все. Остается немного малярки. Нам сейчас довести покраску до идеала. Вся инженерная коммуникация уже проведена. Натянуть потолки. И все, мы готовы, в принципе, устанавливать мебель. Уже обои покрашены. Обои, и да, плиточка у нас сделана. Здесь будет. Мебельный будет, да. Ванна, как всегда, в три стеночки. Ванна в три стеночки из лицевого мрамора. Мозаика. Затирка вся эпоксидная, белая. Можно обратить внимание. Дизайн-проект наш? Дизайн-проект нет, тут уже заказчики дизайн-проектом пришли. С дизайном пришли, да? Да, тут скрытые плинтуса будут, тоже подготовка, ну, такая непростая. Вот, так, в принципе, детская, здесь у нас художник. А здесь тоже будет все в мебели, да? Здесь в мебели все будет, да. Все будет здесь закрываться задней стенкой вместе, да? Все как в Питере, шумоизолируем стояки. Ну, как бы, все технологии, которыми я научился в Питере, я их привез сюда. Мы здесь стараемся это все соблюдать, убеждать наших заказчиков. Вы посмотрите, как красиво тут получается. Это художник, это не фреска. Это медведи, да, поднимаются? Да, да. И вон, смотри, ты где-нибудь в Питере видел, чтобы проекты на пюпитре стоят? Да, смотрите. Ты как режиссер стоишь, да? Режиссер, дирижируешь, как дирижер, да. Смотрите, как красиво сделан монтаж. Как вообще качественную бригаду отличить от некачественной? Приходите, смотрите, как выполнен монтаж электрики. Это очень сильно прямо говорит о том, что если коммуникация сделана аккуратно, как правило, все остальное дальше делается аккуратно. Также на объекте везде порядок, чистота. Я больше скажу, здесь коммуникации электрики, здесь работала бригада, которая
еще дополнительно отдавала в подарок инженерный проект. То есть тут трассы прокинуты и сделан проект. Вообще классно. Ну вот, когда видите, командой работаешь реально, да, как бы привез своего человека, руководителя региона, и теперь прихожу на объекты в Казани, приезжая с Питера, с Москвы, и вижу такой же подход, и все то же самое. Это, короче, как это, как Макдональдс и Бургер Кинг у нас, как сетевики. Да. В каждом городе у нас круто. Люк, у спасибо. Нас здесь Татфуд. Да, 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 да. Татарская еда. Татарская еда, декоративочка. Ни одна свинья на этом объекте не была. Халяльный ремонт — это когда нет свиней на объекте? Да, поэтому у нас всегда чисто. Халяльный ремонт, да, в Татарстане. Приехали на третий следующий объект. ЖК Дубрава 2.0. Идем смотреть квартиру. Смотрите сразу же, как красиво. Укрыты двери, есть напоминания. Картиночка есть. Все четенько. Как аккуратно все. Здесь у нас все большая стоит. Квартира. Ну как большая? Здесь 60 квадратов, я имею в виду потолки высокие. А, да, кстати. 3 метра, да, потолки есть? Да. Вот радиаторы перенесли. У нас уже вся малявка здесь готова. А здесь сейчас. Что были? Какие радиаторы? Здесь просто стояли вот такие вот радиаторы. Вон, видишь отверстия под. А, они напольного монтажа были, да? Теперь вот такой красивый. Это Зендер или Эрсап? А, Рефар. А, Рефар теперь делают такие же, да? Импортозамещение. Вот. Обложки поклеили, откосы все сделали уже. Посмотри на откосы какие. Да, классно. Откосы четкие. Откосы четкие, да. И обои хорошо поклеили. Лоджия утепленная? Нет, лоджия не утепленная. Смотри, клинкеры как сделали. Насквозь. Просверлили с той стороны, да, чтобы не повредить клинкер. Мастер-класс вам. Так, здесь от застройщика насквозь с той стороны просверлили, а штробы сделали именно там, а потом отделкой все спрятали. А плитка готова уже? Плитка, да. Здесь гардеробные у нас, смотрите, два щитка огромных. Разводочка вся аккуратно сделана, смотрите. Тут, кстати, мы сейчас начали ставить противопожарную защиту. Она автоматически срабатывает и тушит. Серьезно? Порошковая. Порошковая противопожарная защита еще? Да, по-моему, да. А, ну у нас здесь заставлено все. У нас здесь душевой подиум 1,20 м в длину. Да больше даже. Даже больше. Да, вот, соответственно, керамогранит. Тут теплая стена, кстати. Тут, смотри, две плитки по 60 м 20 см, еще по 30 м. Да, да. 1,80 м. Теплая стена здесь. Вот здесь сделано, да? Вот здесь. Вот это теплая стена, здесь теплый пол установлен за плиткой. Да, вместо полотенцесушителя. А здесь ниша. Под полочки. Ну, видите, какая работа. Полочки с керамогранита сделаны. Здесь так что наш. В Казани мы делаем ремонты. Коллекторочек. По уровню Питера и Москвы. Илюха старается все организовывать, смотрите. Ну, что значит по уровню? Лучше? Лучше? В Казани я сказал, что будет делать лучше ремонты, чем в Питере и Москве. Перегородочку тут собрали, здесь картон, там получается. А там гардеробная, да? Тут гардеробная, здесь будет кровать большая. Прикроватная тумба здесь будет. Здесь квартира для женщины, для одной женщины. Для одного человека, да? Да, для одного человека. Ну, то есть, друзья, это евро-двушка у нас считается. Да. Огромнейшая кухня-гостиная, квадратов 25-30 здесь, да? Да, большая, с высокими потолками, много света. Натяжные потолки будут, да? Натяжные трековые, светильники? Нет? Где-то да, где-то да, где-то будет трек. Угу. Вот. Здесь кухня будет, да? Сейчас кухня, да. Здесь, кстати, вот выставили тоже перегородку. Здесь перегородка будет, остекление здесь стоит. То есть тоже как необычное решение. Обойки прикольно завернули. Да. Необычное решение. Здесь будет перегородка стеклянная стоять, и кухня будет сюда подходить. Угу. А здесь у нас получается отдельно стоящая. Короче, тут не будет мебели, скорее всего. Вот, будет мебель. А здесь еще пришлось переделывать. А это у нас тут небольшой этот моментик. Моментик. Это когда трасса кондиционера наложилась на трассу электрики. А-а-а. Ну решаем, вот сейчас ребята приехали. Вот, ну и посмотрите на поклейку обоев, все аккуратно, как мы говорим, заворачиваем обои на углах, внутри все подрезается аккуратно по шпателю. Все хорошо делаем. Вот. Тут, кстати, проемы тоже увеличивали, стандартные проемы. Чтобы двери побольше. Ну да, когда трехметровые потолки, лучше двери 2.20 ставить. Да. И гардеробная, да, здесь приходит? Да, опять же, подиум лучше. Да, вот новое решение, которое мы делаем, мы шкафы ставим на подиум, чтобы плинтус проходил по периметру
без подрезок, без остановок, чтобы здесь его не останавливать. Плинтус идет по периметру. Классно. Шикардос. Сейчас куда? Сейчас поедем на вторичку, покажем вам вторичку, как выглядит. Честно признаюсь, дальше мне стало лень ехать, потому что слишком хорошее качество. Что мы там еще покажем? Просто хороший ремонт и показывать мне интересно, да? Ну, косяки я тебе что я не показываю. Они есть. Не, ну мы же все исправляем. Мы за них отвечаем. Самое важное, друзья, вы видели, что мы были в законченном ремонте, где уже живут люди. А это значит, что нас запускают в дом уже. Сколько они там, несколько месяцев живут? 3 месяца живут. Ради меня, да, дали нам возможность. Пообщались. И сказали, что дальше будет только у нас заказывать и друзьям советовать. Да. Так что, Илюхе, огромный респект. Следите за блогом и за нашими объектами в Казани крутыми.